Ну что там, Сапега? Видел кого, нет? Нет, полицейцы. Всех положили. Если бы мы там были, пятерых уложить бы смогли. Я бы одного прихватил, а то и двух. Я этого Алиса найду. С пятью патронами и вот это его... Твоей сякиркой, что ли? А я его голыми руками капшу. Гора соваться, петля. Стоп. Стоп, командир. Дорога. И, кажется, едет кто-то. Встретим командира. Заодно сброю добудем, а? Командир. Хорошо. Партизан? Ты что? Должно пораненный по лесу бег и тут помер. Так ты проверь его. Забега! 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 Живой! Живой! Трупы в лес, быстро! Командир, командир, я смог. Я смог, командир. У меня получилось. У меня все получилось. Ты молодец, Сергей. Ты все смог. Ты большой молодец. У тебя все получилось. Легенду повтори. Ну, это вы, мой племянник, Вацлав, приехали из соседней деревни Борки на заработки. Только не вы, а ты. А, ну да. Так, а я? А ты здесь останешься. Дядя Осип только один племянник. Нет, так не пойдет. Достал ты меня до самой крайности. Ты сам посуди. Ты хромой, немецкого не знаешь, польского не знаешь. Это вся история до первого патруля. Провалишь нам операцию. Я тебе обещаю, найду Сушкова, доставлю его сюда. Договор? Договор. Поехали! И помните, товарищ Семенов, нам нужна правда и только правда. И есть основания полагать, что Волков может подыгрывать Лосеву. Этого допустить нельзя. На кону судьба фронта. Вам ясно? Хозяйка, адрес у этой парикмахерской есть? Вражецкая, 2. Знаешь, где это? Хорошо,
постой. Дальше я сам. Отсюда никуда. Следи за домом. Потом расскажешь. Держи. Все понял? А я бы мог помочь тебе с братом. Ну так помоги. Все в твоих руках. Например, бритва. Вот дрогнет моя рука, и будешь до конца жизни улыбаться широко. Ну ты все-таки подумай. Здравствуй, Олесь. А, самогонщик. Задрали твоего петуха вчера. Задрали. Так это, может, мы попозже зайдем? Стоять! Тебя, самогонщик, я знаю. Это кто такой? Вацлав, племянник мой. Приехали на заработки. Приехали. С кем приехали? Так это, один и приехали. Чувствовал. Документы есть? Конечно. Вацлав. Медленно. Из кармана все на стол. Бурков, просто голову. Вот я и болтаюсь туда-сюда. А дядя Осип обещал помочь. Если мотаться не буду, с голоду ноги протяну. А в цирюльне что забыл? Так ведь... Помощник мне нужен. До войны здесь 5 человек работало, а сейчас я одна. Воды принеси, нагрей, бритву наточи. Я Осипу давно говорила. Ты как есть говорила, вот я и подумал, что... А мне почему не сказала? А ты не о том спрашивал. Только это, хозяйка, нам по деньгам бы договориться, а? И мне бы самому с дорогой побриться. Ну, это можно. Только за работу денег много не дам, так что твое дело. Как мои документы? В порядке, пан? Я тебе не пан. Говорят, в этом году ягоды много народилось. Много, но не каждый найдет. Пообщаться бы. Не здесь. Осип покажет место. Сегодня в 2 часа. Несмотря на приказ, Лосев начал контрнаступление. И у вас что, остались какие-то еще сомнения? Да, но из его штаба доложили, что приказ не дошел. Я думаю, следует дождаться выхода на связь нашей группы Семенова и Волкова. Сколько можно ждать? А если они вообще погибли? Товарищ комиссар, прошу вас хотя бы 2 суток. Мало ли что могло произойти, рация могла выйти из строя. Надо подождать. А за это время Лосев твой еще что-нибудь натворит? Ты знаешь, сколько людей за ночь потерял? А начальника штаба Гончара, который попытался ему возразить, отправил в самое пекло. Я понимаю, но... Что вы понимаете, товарищ Ермаков? Он завтра пол армии угробит. Виктор Семенович, пока еще нет доказательств предательства Лосева. Я понимаю, что к его плану контрнаступления есть вопросы. Но я верю. У нас нет времени играть в верю-не верю. Езжайте туда и на месте разберитесь, что происходит. Получал Лосев приказ, не получал Лосев приказ. Если у вас возникнут хоть малейшие сомнения, отстраняйте его от командования фронтом и везите сюда. Полномочий у вас достаточно. Есть. Что? Не взяла тебя, Олеся? Деньгами договорились.
больше хочешь, да? А кто не хочет? Ну да. Гляди, руки распускать будешь, казню. Как можно, Пам, как вы могли такую мысль даже допустить? Я же... Как вас зовут, простите? Алекс меня зовут. Выпьешь? Или ты осипускую отраву предпочитаешь? За знакомство святое дело. На. Ну, давай. Ты говоришь, голодно в барках? Партизаны одолевают. Житья не дают никакого. Ну, у нас, знаешь, тоже неспокойно бывает. Все ж потише как-то. Боксер? Давай не придуривайся. Я тоже двойной занимался. А, это не, не, я не умею. Это... Давай, давай. Давай. Это не просьба. Пам, погодите, ну как можно? Вы сами посудите. Такого уважаемого в городе человека руками трогать, ну как я могу? Это не просьба. Видишь, все по-честному будет. Давай, давай. Да не буду я, Пам, ну что вы? Ну! На! Ну, давай, давай, давай. Давай, давай, иди сюда. Ну, вставай, вставай! Ну. Давай, вставай, подъем! Ну. Да не умею я, Пан. Давай, давай, сюда, ну. Хватит плясать, давай, бейся. Давай, вставай, все, ты разлегся-то, ну. Простите, Панарис, я не, нечаянно, а ну... Вацлав, дубина, вы уж простите его, а вот его, ну, случайно он это не рассчитал. Простите, пожалуйста, ну, сам не понимаю, как оно... Панарис, вы же обещали. Волков, уйди. Уйди. Вы же обещали. Ради бога, простите, я не хотел. А ты не трус. Разве можно доверять оружие самогонщику? Ты вроде как работаешь. В комендатуру ко мне пойдешь? Это я не умею, мне попроще что-нибудь. Я порядка ваших не знаю совсем. Ну, если с дядей Осипом не получится, я сразу к вам. Ну да. Ага. Тем более платят ты все равно побольше, чем целевым. Ну да. Алекс, надо поговорить срочно. Ну, увидимся еще. Классно.
Наших убили в паре километров от города, всех троих. Машину не взяли, а вот оружие украли. Значит, ваш рейд вряд ли можно признать успешным. Не всех партизан уничтожили. А может, это не партизаны? Нападения участились. Уже прямо в городе кто-то орудует. На радиоузел напали. А еще сегодня в цирюльне я встретил крайне подозрительного человека. Некий Вацлав. Якобы племянник самогонщика. Вот это уже интересно. Так я и говорю, не похоже на партизан. Да и Вацлав этот не так прост, как кажется. Дайте мне несколько человек. С местными каши не сваришь, нужны солдаты. Я переверну ведь... Позвольте-ка я сам. Я сам разберусь с этим Вацлавом. А вы, дорогой Алис, приведите ко мне самогонщика. По поводу людей я распоряжусь. Идите. Я не подведу. Идите. И что вы, небось, заскучали здесь? Заскучаюсь. Ничего. Здесь живое, так живо. Замечательно. Часто ездит на передовую. Да каждый день! Да вы не беспокойтесь, он сейчас собирался обратно вернуться. Так скоро будет. Все. Тормози. Товарищ майор государственной безопасности. Начальник штаба генерал-майор Гончар. Здравия желаю. Очень приятно, Ермаков. А вы к нам? Из Москвы. А, к Лосеву? К Лосеву. Ну, давайте вас провожу. Давайте. Говорят, вы... Лично участвовали в прорыве? Так точно было дело. Ну что, может, с дороги чайку? Чайку! Прошу. Очень хорошо. О, хорошо. Ну и что вы скажете? Оправданно это было? Ну, я стараюсь не обсуждать приказ начальства. Не скрою. С Лосевым у нас был небольшой конфликт по этому поводу, но теперь все в порядке. Все-таки одно общее дело делаем. Хотя вроде вставки против были, это правило. С чего вы взяли? Так как Нарочный же прибыл с пакетом. Товарищ генерал! Вам приказ из ставки! Меня там рядом не было, я разговора не слышал, но будто бы он ему передал приказ, а тут снаряд взорвался, и приказ исчез. Приказ исчез. А где Нарочный, жив? Жив. Ранен тяжело, но живой. Это хорошо. О, а я тут вашего гостя чаем угощаю. Ну... Рад знакомству. Да. Да. Здорово. Леха, что ты здесь делаешь? Ну хотя бы предупредил, а? Плохо дело, Володь. В Москве есть мнение, что ты работаешь на немцев. Что за чушь? Ты серьезно, что ли? Почему приказ ставки не выполнен? Какой приказ? Я ничего не получил. И кто-то может это подтвердить? А моего слова тебе недостаточно? Недостаточно, Володь. В Москве недостаточно. Сам знаешь. Мне, в общем, нужно поговорить с этим Нарочным. Я очень надеюсь, что он подтвердит то, что ты рассказываешь. Поговорим. Правда, он сейчас без сознания. Ладно, Леша, что-то мы не с того начали разговор. У меня сейчас серьезное дело. А ты давай, допивай свой чай, я адъютанта к тебе пришлю, он проводит тебя в лазарет. А потом уже, когда все утрясется, посидим, поговорим без нервов. Надо же. Я работаю на немцев.
Свои. Боюсь, здесь уже таких не осталось. Нас из Москвы прислали проверить некоторую информацию. Вы про Сушкова что не знаете? Он был переводчиком в замке у немцев. Доверяли ему абсолютно. Срочно передай в отряд, генерал Лосев, предатель. Он передал мне какой-то фотоаппарат. Заберите. Где теперь этот фотоаппарат? Я сразу передала его Кольцу в партизанский отряд. А на следующий день они висели. С Ушковым что было дальше? За ним гнались. Но на виселице его не было, это точно. Если он жив, то, скорее всего, его держат в замке. Но точно я не знаю. А ты-то чего в замке делала, когда тебе Сушков фотоаппарат передал? А мы уже на «ты». Угу. Каждый четверг я брею Клюге, начальника охраны. Понятно. Встречаться будем тебя в парикмахерской. Алис вроде не поверил. На всякий случай нужен твой домашний адрес. Волошинская, 23. Квартиры нет. Это дом. Женьшок-то как заходит. Это как бы не столкнуться ненароком. Спасибо, добавки не надо. А вам кажется это смешным? А ты хоть знаешь, каково это? Ежедневно терпеть приставания Алиса и подобных ему, когда в руках у тебя бритва. Простите, ляпнул, не подумав. Извините меня, Алиса. Еще возле парикмахерской тебя срисовал, когда ты Валя сосрелся. Ты мне чуть операцию не сорвал. Согласно инструкции, мы обязаны действовать вдвоем. Да пошел ты со своими инструкциями. Что она тебе сказала? Где Сушков? Где переводчик? Нервишки сдают, особист. Куколку забери. Уходим. Конечно, господин фон Кюхлер, конечно. Все идет по графику. Да, операция в активном режиме. Но излишняя спешка может погубить все планы. Агент Улан продолжает работать согласно... Что? Я понимаю, да, но... Да, конечно. Ну что вы, я вовсе не собирался спорить, просто... Да, слушаюсь. Конечно, ясно. Мы подключим дополнительные ресурсы. Майор Сергеев, вы меня помните? А, ну да, конечно, помню, майор. Как служба? Бьем врага, товарищ майор. Ну и он вас бьет. Я смотрю, повел вас Лосев в самое пекло. Ну, бывает.
что касается Владимира Павловича, он же нам как отец родной. Мы за Владимира Павловича хоть в огонь, хоть в воду. Ну а что касаемо потерь, так война ж. Ладно, майор. Спасибо тебе. Удачи. Извини, спешу. Спасибо вам. А это что за майор ваш? Хороший мужик. Добрый день. Просыпайся, боец. Сестра! Когда он умер? Как умер? Он только что живой. Я только что записала. Так, тихо. Кто-нибудь сюда еще заходил, кроме Никого вас? Не было. Никого. Вы все время здесь находились? Я только на секунду. Свободны. Майор, охрану сюда быстро. Есть. Чтобы никого не впускали. И тихо, без шума. Подумай. Осип, давай уедем. Все это добром не кончится. Короче, если Сушков живой, он в замке. Туда не попасть. Это ж крепость, самая настоящая. Я не понял. Ты задание собираешься выполнять или нет? Надо все как следует обдумать. Хорошо бы с центром связаться. Согласно инструкции. Семенов, ты когда подтереться собираешься, у тебя случайно рука рефлекторная не дергается, с центром связаться, инструкции почитать, обдумать все как следует. Дергается? Собрался куда, самогонщик? Так это, в город, на рынок хотел. Чего там на рынке-то? Так, всякое. А племяшка где? В городе остался, работу ищет. В замке Вацлав твой. Только никакой он не Вацлав. Сдал тебя, племянничек? Я не понимаю. А что непонятно? Ты однорукий жизнью дочери своей рисковал. А ради кого? Я не понимаю. Может, ты мне объяснишь? Нормальный отец так поступать не должен. Чиж ты мят? Лежи. Беги. Беги, дура! Она ни при чем! Пусти ее! Я все скажу! Пусти! Пусти!
мне все скажешь. Пусть ты воевал, старик. Дяденьки, я партизан видел там в лесу. Чего тебе надо? Партизан, что он говорит? Вас? Какие партизаны? О чем он? Четко ему сказал ждать здесь. Не дождался. Пойдем. Стой. Куда ты идешь? А если там засада? Не по инструкции будет. Теперь пойдем. Руки вверх. Удачись! Или я стреляю. Руки можешь опустить. Нету никого здесь больше. Это ведь твой? Да, мой. Нарочный мертв. Как? Да вот так. Был жив и через минуту мертв. Это при том, что он единственный, кто мог подтвердить или опровергнуть, получил ты приказ из ставки или не получил. А ко всему еще, недалеко от тела, я нахожу твой портсигар. Так вот, значит, как разговор пошел. Алексей Емельянович, вот что я тебе скажу. Я командующий фронтом, и отчитываться перед тобой не обязан. Отчитываться не обязан. А у меня приказ и особые полномочия сопроводить тебя в Москву. Да. И в этом ты подчиниться будешь должен. Ты с ума сошел, а? Уехать сейчас? Ты понимаешь, что если я покину фронт и не приведу свой план в действие, погибнут сотни тысяч людей. Сотни! Володь, я папироску возьму? Возьми. Я надеюсь, в Москве быстро разберутся, и ты вернешься. Разберутся.
изменились буквально на полчаса. Что там произошло, до конца не ясно. Осип, его жена и ребенок исчезли. А что же с ними стало? Олеся, нам очень надо попасть в замок. В замок? Ну, это невозможно. Тем не менее, может, вы знаете, как туда попасть, не привлекая внимания? Ну, есть один способ. Но я не уверена, что получится. Волков боялся в лес не соваться. В конце тоннеля, с правой стороны, будет проход. Его недавно заделали. Он ведет во внутренний двор тюрьмы, к камерам смертников. Сюда? Да. Я первый. Думаешь, ей можно доверять? Согласно инструкциям. Семенов, я тебе сказал, не хочешь, не ходи. Я тебя не об этом спросил. Ну вот. Как она и говорила. Я первый пойду, ты меня прикроешь, если все будет совсем плохо. Возвращайся один. Понял? Давай, ломай. Спаси меня от моих друзей, Господи. А с врагами я сам справлюсь. Ну, здравствуй, Волков. Что случилось? Где Васлов? Не знаю. Мне нужен врач. Осип говорил про какую-то Барбару. Знаешь ее? Да. Но что произошло? У меня нет полномочий водить вас в курс дела. У меня есть аптечка.
Ну, может, я сама смогу вам помочь. От вас требуется отвезти меня к врачу, и все. Наконец-то. А то я уже скучать начал. Не думал, что снова встретимся. Как там сказал Конфуций? Сиди на берегу реки и жди, пока мимо проплывет труп твоего врага. Так и получилось. Спасибо, добавки не надо. Что ты забыл в Немеже? Тебя, суку, забыл кончить, поэтому и вернулся. Юмор тебя не спасет, Волков. Ты сдохнешь в этом подвале страшной, мучительной смертью. А мне все плевать, расскажешь ты мне что-нибудь или нет. Мне важен процесс. Так. На раз, два, три.